Хорошая карта для нее. Плохая карта для нее. Тут второй этаж есть. Ясно. И много вторых Выберешь этажей. 78% сработало. Ну ты держись, держись, подожди, сейчас бот нас спасет. Или она не будет урываться. Посмотрим сейчас. А мне нечем держаться, Игорь. Она даже не вырывает. Ну понятно. А вот это они не проработали. А, да. Вырывается. Вырывается. А, понятно, 238%. А, я думал, тяжело будет на этой карте. Да, мы тоже так думали. А, нормально, оказывается. Минус капля. Я больше всех заработал. Барбекю. О, это понятно. Как он называется? Ну, чужой. Блять, чужой, блядь, заебали. Ага, кого-то зацепило, да? Кого? Где? А, вон вижу. Нет, не вижу. ГГ, говорит, но быстро. Вон вижу. Охуенно, ГГ. Всё, да, на сегодня всё. Промазала. Всё? На сегодня всё, да. Ну, я сейчас тогда пока деньги потрачу. Буду Элоди прокачивать. Я уже не знаю кого. Я всех кого хотел. Уже минимум пятый есть. Выполнил задание. Какое? Отсосать от Нюрсы две катки подряд? Почему? Нет, четыре подряд. А, не, ну мы сегодня в двух катках вышли. Ну я, по крайней мере. А какой там? Да, чел. Книга была, правда. Не повезло тебе. Блин, повезло, секучка все далеко. Ладно. Я хожу с этим колючным. Упадите с большой высоты. Да? Угу. 4 из 6 есть уже. А, я Юю делал. А как делал? Что? Нет, не делал. Я не могу сделать. Кого не можешь? Юю. Юю кто не будет снимать, что ли? Серьезно? Это будем делать много. Ты думаешь, я тебя не вижу, да? Ну ты хотя бы сделай вид, что не видишь. Опять заспал за этот. Ген закрылся, тот, который. Тот, который. Ну, скоро этот. 13. Книга? Нервная клетка. Ебать. Три детальки подряд. Чел же сюда спал этот. Бежал, где ты? Четыре детальки подряд. Да ну серьезно. Ты, Кладетка, ты такая борзая, ты думаешь, тебя реально не видно? Кладетка, конечно. Просто сидит реально за стенкой, блин. Забавно.
Секучка далеко. Пятая, а, нет, так. Рядышком секучка. Кого ударило, блин, непонятно. Ну вот, Ярик сбежал. Че, совсем сбежал? Угу. Вертел, говорит, на одном месте вашу игру прекрасно. Так, а че ее никто не спасает? Так, сюда никто не ходил. Подвал, ой, подвал вычинил. Вон а чё оно. Вон а чё, Михалыч. Да. Но я проиграю. Короче, сложно за художницу играть. Да за всех сложно. Тренироваться надо. Не, ну когда такая кладетка, конечно, бестолковая, то нормально, в принципе. А у тебя мора нету, да? Нет. Попробовать за него, блядь. Я вообще даже ни разу не пробовал. Мура нет. За Нюрсу, да. Не, блядь, не то, что... А не, вообще не было. Ага, полковый был. Я не то, что там положить кого-то, я, блядь, и хит нормально дать не мог. В итоге М1 бегал. Она, по мнению общественности, Эрик так и стоит на вершине. Еще вот, да, цепочки? Угу. Да, по идее, да. Ну, она мор, да? Она мор и брит, брит обычно. Ну, раньше. Ну, да. Сейчас не знаю. Ну, Рина пришла ночью по 4. Это ты рассказывал, или это... кто, что раньше у Рин я. Не было, да, звука? Угу. Это вообще, конечно, жесть. Ну, да. Это чем-то было не... А, кольцо это... там какое-то, да, что там было? Ну, почти. По-моему, что-то обувь какая-то называлась. Какой наивный чел вообще. А я? А я... Вот это было кольцо. Я очки. Кольцо, по-моему. Что я делала? Пера. Ну тоже было очень сильно. Пирала. Возможно, слышать свои клещами. Но посмела видеть пекло. Прям очень, очень ярко. Так даже легче было. Ну, по сути, да. М1 дал хит, да, а дальше уже по следам щеми. Да, зараза, не хотела же я ломать палетку. Чё, рядом секущего нет, серьезно? Какая досада, да? Вообще. Блин, еще я челик вычинил. Ну это капец, это капец, это ГГ. Это ГГ. Ой, я еще этого отпустил, ёб твою налево. Вот так вот не тоннелить. Как это не тоннелить? Ты что? Вот как я удачно бью. Когда надо. Но за нее реально сложно играть. Надо понимать особенности игры. За нее. Блять. Вычинились. Ну и что толку, я несу тебя на секучку. Вот расскажи мне. Енов, правда, нет, да? Гены-то есть. Так. Ты пиздец, спустил 2 миллиона. Так, я не понял. Что за прикол? Даже, сука, на 2 престижа не хватило.
Так, ну челик откисает, кстати. Блин, это странно. Ну все, босс кончился. Ты серьезно, мимо пролетел? Блин, ну там минус один. Ну ничего страшного, для первого раза нормально. В общем-то не захотели снимать. Лучше тиммейты, блин. Ну птички, ну чё вы? Не хотят? Ну легион меня добил, конечно. В эту игру надо, говорит, поодиночке играть. В смысле? Ну, типа пати ваши заебали. А, вот игру надо поодиночке. Серьезно? Угу. Да, с друзьями играть интересно. А с подругами можно? Подруги? Угу. Опа! Только с врагами, Ярик. Откроешь трюк, когда он висит, приседаешь. Двое минус, его. Короче. Додушило. Нет, 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 я имею в виду, двое ушли. Одна где-то светанула окном или чем-то, она сейчас тоже выйдет. Это ж на нее Ярик скин есть, там зеленый дракон, да, или кто-то там, блядь. С крыльями. За кладетку? Какая кладетка? Я за эту, за художницу. Художницу. Говорю. Дракоша с крыльями. Кладетки-то зачем крылья? Я так радует Ярик вообще. Такой что-то в своей какой-то. Да он Генши не сидит. Я ж не слышал. Да. Эх, открыла ворота. Собака. Ну и ладно. Минус один всего лишь. Сложно, сложно за нее играть. Особенно на карте вот такой, где два этажа есть. Да еще и в нескольких домах. Для нее Барго, вот такие вот карты, заебись. Ну да, там какие-нибудь леса, вот эти всякие там эти.